Всем привет! Сейчас я хочу рассказать об одном напитке, его рецепт. Напиток, который улучшает сон, облегчает засыпание, улучшает качество сна, психологическое самочувствие тоже улучшает, функционирование нервной системы, функционирование сердца. Информацию эту я почерпнул из народа, то есть из интернета, читая форумы, читая статьи, смотря видео с Ютуба, телепередачи. Вот, теперь я показываю рецепт, как его готовить. Он очень простой, нужно всего лишь четверть чайной ложки мускатного ореха, это такая специя, и 150-200 грамм молока. Молоком залить специю и на медленном огне довести до почти закипания. И все. Это все нужно выпить. Нужно проследить, чтобы весь осадок тоже выпить. Вот. Пить нужно за несколько часов до сна на голодный желудок. И где-то полчаса-час после этого ничего не есть. Да, по вкусу можно мед добавить. Теперь рецепт показываю. Берем 1/4 чайной ложки мускатного ореха. И туда же наливаю 150-200 грамм молока. Ну, отмеряю стаканом, а потом туда наливаю. Теперь ставлю это все на огонь. На маленький огонь. И жду, пока молоко почти закипит. Вот до этого момента буду держать на огне. Молоко со специей почти что дошло до кипения, я только что выключил. Теперь можно это слить в стакан. И проследить, чтобы осадок попал в стакан тоже. Но я его ложкой сейчас соскребу сюда.